Лешков говорил, сколько раз можно это самое? Я тебе, Анатолий, выходит следующий круг. Вы участвуете за меня, не уходите далеко. И так у нас это заминка. Я не могу понять, если вы не подходите участвовать, зачем нужно было регистрироваться? Повеселее, побыстрее. Так сказать, посоревновались, всем было бы хорошо. То тяните, тяните ту резину. На первом колене вносится Венгандрей. Алексей, 314. Алексей, Роман, привет. по душе, как взрослые, так и самые юные соликарцы и гости окружной столицы. Сегодня, дорогие друзья, можно отведать национальные вкусные угощения, приобрести сувенирную продукцию на память, насладиться красотой национальных костюмов и увидеть и услышать творчество участников второго фестиваля Синга-Коча, который начнется уже совсем скоро, и мы приглашаем участников подойти уже ближе к нашей сцене. Дорогие друзья, сегодня вы станете и уже стали свидетелями спортивных состязаний, которые проходят уже на нашей площади. И, конечно же, сможем насладиться самым главным спортивным состязанием – гонки на оленьих упряжках! Oh,
Thank you.
Снимал бы? Уже снимает. Четыре!